Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии Лиза Калинина, «Наука и технологии». У меня сегодня гости замечательные. У нас, что ни на есть, инновационный эфир, я так хочу сказать. Сооснователь площадки Newsroom Анастасия Громова в гостях у «Страны ФМ». Анастасия, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Да, доброе утро, добрый день. Смотрите, в двух словах просто расскажем нашим слушателям и зрителям, чем вы занимаетесь. У вас такой пресс-центр своего рода, площадка для деловых мероприятий, ну, в общем, для разных. Но что интересно, она, ну, вся прям такая супер инновационная. У вас там и VR, очки, ну, вы сейчас все поподробнее расскажете. Но вопрос первый такой, вот почему это нужно? Вы поняли, что и ивенты, и все вот эти мероприятия должны шагнуть в будущее, не справляются уже старые методы? Ну, естественно, мир же не стоит на месте, да? Сейчас технологии, они вокруг нас везде. Я изначально из ивент-индустрии. Я и мои партнеры, мы вместе втроем открыли площадку. И, честно, когда мы организовывали мероприятие в Moscow Times, нам очень не хватало технологичности, технологичности от отельных площадок. И в связи с этим возникла такая идея, почему бы не сделать свой пресс-центр, свой конференц-центр, где мы сделаем все так, как будет идеально для нашего заказчика. Вот родилась такая идея. Ну, поняли, да, вообще возникла потребность. Что, да. что там у вас есть? То есть, вот, допустим, VR-очки, это сейчас модная такая тема, очки дополненной реальности смешанной. Да. То есть приходят к вам люди, вы на них одеваете это все, и они погружаются, куда-то улетают, или что? Как это происходит? Ну, смотрите, есть разные варианты. Да. Да, есть разные варианты. У нас существует демо-центр виртуальной дополненной реальности, куда мы приглашаем отдельно клиентов, и им рассказываем просто о технологиях, о трендах, как это можно использовать в бизнесе, вообще никак не связанное с ивентом. Есть еще очень интересная тема, это как edutainment для мероприятий. Entertainment, развлечение, да, edutainment. Обучение. Это развлечение и обучение такое. Информационное. И где всех участников на мероприятии приглашают и показывают какие-то тренды, либо связанные с тематикой этого мероприятия. Да? Там люди могут погрузиться в космос или погрузиться... А как они, то есть, пишут для этого специальное видео, ну, как программу? Есть некие открытые программы, есть очень много открытых роликов. То есть, которые уже заточены там под VR, которые версию. Тематически заточены. С некоторыми клиентами пишутся отдельные программы. Просто это достаточно долгий процесс. Нужно планировать и делать ролик там где-то от 3 месяцев и дальше, плюс это на текущий момент это очень дорогостоящая история, поэтому есть вариант как создание ролика под клиента, либо можно использовать открытые источники, там, допустим, недавно у нас была медицинская конференция, и есть такой ролик, который погружает в тело человека, да ты ладно. Вот так вот то есть ты прям проезжаешь по крови, да-да-да, я вообще пошутить хотела, не-не-не, так оно и есть. То есть ты вот с этими всеми лейкоцитами, да, ты одеваешь очки, и у нас еще специальный стулья, где можно так вот кружиться, крутиться, и ты реально прям улетаешь вообще в эту историю и понимаешь, как вообще все это связано, да, и вот изнутри смотришь на то, как препарат действует на тело человека. На тело человека, да. У нас небольшая пауза сейчас. Друзья, вы также можете задавать свои вопросы. 909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS. Пока у нас Тина Карли с шикарной композицией «Сила высоты». Будьте со «Страной ФМ». Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Продолжаем. У нас в гостях сооснователь площадки Newsroom Анастасия Громова. Мы говорим о, ну, вообще таких инновационных мероприятиях, о том, чем живет сейчас и, такие технологические площадки. Надо сказать, что Newsroom — это такое огромное помещение. Там сколько у вас квадратных метров? Ну, не такое уж оно и огромное, на самом деле. 400 квадратных метров. Угу. То есть оно предназначено для мероприятий таких более кулуарных, на самом деле, до 200 человек. Но это огромная ниша. Мы не претендуем на... Вот смотрите, у меня просто такой вопрос. Вообще вот такие... Ну, новинки в этой сфере. Это откуда пошло? Вот какая страна это диктует, может быть? За кем повторяют? Ну, или как это вообще вырождается все? Что вот поняли, ну, нужно... Приходят клиенты, ты делаешь под них 3D-фильмы какие-то, погружаешься в кровь, летишь как, ну, не знаю, как в организм человека, вот это, о чем вы нам до перерыва сказали.
Тренды идут отовсюду, но, естественно, Америка... Законодатель, да. Ну, Европа, ну, то есть это как везде, как вообще в любом, в любом бизнесе, все мы черпаем из европейских и других стран. Вот смотрите, поколение, которое постарше, да, понятно, что там молодежь все это быстро схватывает, а, ну, вот вы говорите, даже там проводите медицинские конференции, это люди все равно другого склада, другого поколения, вот как они реагируют на все вот эти новшества? Все замечательно реагируют, на самом деле, все хотят попробовать, потому что вначале боишься, а потом, когда понимаешь, насколько ты вовлекаешься в эту историю, ну, в этот в контент, который тебе показывают, все как дети. Нормально. Да, то есть. Да, прекрасно. Не, ну, конечно, если говорить именно про VR, то у тебя такое ощущение полного погружения, что иногда бывает кому-то сложно с этим справиться, потому что действует на твой вестибулярный аппарат, особенно если там какие-то есть движения. А, то есть может укачать. Может, по большому счету, ты сидишь на стуле, поэтому а нужно, да, нужно обязательно чувствовать землю, держаться и понимать, что ты не там, а ты все-таки здесь. Да, смотрите, вот тоже мы в перерыве поговорили. Интересно то, что, ну, вообще вот даже в этом бизнесе не самое дорогое там оборудование, а вот создание истории вот этой, да, контента для, ну, и VR в частности. Почему? То есть это так, съемки же определенные, да? Это, ну, снимать, надо, как это совершенно другая градусов. Схема, да, совершенно другой подход. То есть есть, допустим, VR 360 градусов, это когда много-много камер снимают реально картинки, то есть, допустим, выезжают на тот объект, и потом это все совмещается, чтобы у тебя было вот это ощущение 360. Либо пишется инфографика. Она тоже специально, нельзя просто взять какое-то любое видео, как все думают, как к нам приходят и говорят: ой, у меня есть видеоролик, давайте на мы... На телефон снял? Да, да, ну на телефон, не на телефон. Давайте мы просто вот в очки туда это вставим, и все. А по факту это же совершенно, это по-другому пишется. То есть, поэтому сейчас даже есть... обучение уже в институтах. А, именно. Да? Да, у да, нас да. в России, то есть у нас, здесь? Конечно. То есть на самом деле это кажется, что это где-то вот там, вот что-то такое новое. На самом деле так много компаний сейчас уже это используют, потому что VR используется для обучения, для тренингов, для тренировки... ну, своих soft skills, для рекламы. Ну, это, естественно, это, наверное, первое основное вот в бизнесе, то, что сейчас очень в тренде. Ну, и помимо, понятно, для игр и основополагающих. Ну, понятно. Да. Ну, да. Да, игроманы, наверное, в первую игроманы очередь. Игроманы в первую очередь, особенно да, с таким уклоном, может быть, эротическим где-то. Ну, и не только. Интересные, допустим, еще есть вещи, как квест, да, то есть VR-квесты, или, допустим, в детском мире сейчас тоже есть огромнейший центр, где ты можешь попробовать все возможные вот эти фишки VR с погружением, с движением. Да, но там нужно понимать, что, по-моему, есть какие-то ограничения для детей, по-моему. Конечно. Тут не все прям могут это все попробовать. Ну, в нашем бизнес-центре, в принципе, мы только для взрослых это предлагаем. Я не помню, мне кажется, ограничения точно там не ранее 6 лет, но также и недавно к нам приходил заказчик, и мы прорабатываем идею внедрения каких-то обучающих вещей для школ, потому что это тоже очень интересно. Представьте, то есть такие образовательные программы. Да, ну, то есть химия, да, когда мы в книжках просто читаем, и нам там что-то рисуют, а тут ты можешь погрузиться и понять, как это все. Да, друзья, мы продолжим. Вновь у нас небольшая рекламная пауза. Будьте со стороной ФМ. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, когда ты находишься в тренде и не отстаешь от мира, у нас в гостях сегодня сооснователь площадки Newsroom Анастасия Громова. Мы говорим по-прежнему, остановились на VR, что это такая тенденция для детей в том числе, для образовательных программ. Может да, быть. Да, может быть. Это то, что сейчас мы прорабатываем с... У меня партнер на площадке Екатерина Мавсумова, она у нас занимается развитием вообще вот VR технологий, и был недавно один такой заказ, не знаю, выйдет ли он на самом деле в свет или не выйдет, но для обучения детей в школах тоже рассматривают государственные учреждения внедрение небольшого количества VR для того, чтобы демонстрировать какие-то физические, химические Ну, то есть, элементы. Получается, ты также полетишь куда-то в растение. Да, да, да. Надо понимать, ты такой, как 3D-фильм,
да, будет для детей. Ну, у нас просто был специалист, хочу сразу обмолвиться, что там есть ограничения по здоровью, и если детей, в принципе, укачивает, придется пить таблетку. Ну, либо, ну, конечно, понимаешь, что это такая история. Да, можно делать дозированные просто показы еще там, все зависит от длительности вот этих вот роликов. Смотрите, ну, вообще, какие еще тенденции вот сейчас есть вот в этом таком информационном интертейменте, что ли? Какие новинки, я знаю, у вас, да, там площадки какие-то открываются. В общем, какая идея основная этого всего сейчас? Куда идет, движется? Ну, сейчас такое количество различных мероприятий проходит вообще, да, платных, бесплатных, и сейчас задача как-то вовлечь аудиторию, заинтересовать. Ну да, конкуренция же большая, рассеивается внимание. Да. И если раньше все больше люди ходили на какие-то более открытые мероприятия, просто на каких-то именитых спикеров, получали там по чуть информации, то сейчас вот важно удержать, коммуницировать с этой аудиторией в течение всего времени, не только ради одного мероприятия. Поэтому более тенденция — это, естественно, digital, да, потому что как можно коммуницировать с аудиторией. Поддержка интереса к тематике. Ну, надо сказать, что, во-первых, сейчас даже если идет мероприятие, там под них специально разрабатываются приложения, да, из серии Telegram, вот чат-боты, чтобы оповещать людей, ну, то есть не группы просто в WhatsApp создавать, а там целое приложение создается, да? Да, но есть несколько, на самом деле, вариантов. Разрабатываются, некоторые внедряют программы, да, то есть, допустим, на любой выставке, которая проходит, обязательно есть свое приложение, где человек может посмотреть, кто из экспонентов, с кем-то договориться о встрече, куда инкорпорирована реклама спонсоров, да, то есть максимальная отдача получается как для участника от мероприятия, так для спонсора, так и для спикера, с ним можно коммуницировать, задавать вопросы. Есть разные приложения, допустим, для нетворкинга, да, есть наш партнер Miu или Midformer, не знаю, могу называть название или нет. Уже назвали. Да. Так, и что? Где не надо загружать никакие программы отдельно. Человек приходит, ему приходит ссылочка, и он сразу видит список участников, потому что, как мы знаем, люди приходят за информацией, за контактами на мероприятие. Нетворкинг, чтобы познакомиться. Познакомиться, да. Это, наверное, первостепенная даже сейчас цель. Да, история. Там очень легко можно быстро наладить контакт, поменяться визитками, потому что сейчас бумажные визитки уже не в моде, хотя, конечно, они все равно есть, но сейчас есть возможные бейджи, где ты можешь друг дружке так прислониться, сосканировать, и все, и вы уже там зафрендены и визиточками обменены, в телефончике все уже есть. Вот, то есть вот этот диджитал и максимальная простота контакта и, или того же контента, который у тебя загружен сразу в телефон или в программе, что не надо направлять потом презентации, какие-то дополнительные файлы, все у тебя уже в твоем телефоне. То есть вообще вот идея сейчас идет вот в этом. Вы говорите, у вас новая площадка же тоже, да, открывается. Что это будет там? Да, мы в следующем году планируем новую площадку. Ее тематика, так как у нас, в принципе, мы планируем сеть конференц-центров, и каждый будет посвящен какой-то технологической истории, то здесь у нас VR, следующая площадка это будет интернет вещей. А что это такое? Интернет вещей, ну вот умный дом, да, представьте, что вы приходите домой, у вас включается свет, где вам нужно, включается кофемашинка, а здесь у нас будет умный конференц-центр, построенный для, вот приходит организатор, его уже приветствуют делает на вот месте, да, делает вот так, зажигается свет. Серьезно, да? Ну, практически так, да, еще мы до конца не продумали всех этих фишек. И мы это создаем с одним нашим партнером, который как раз интернет-провайдер и вот это продвигает все на российском рынке, поэтому это некий будет такой ко-брендинг, да, его возможностей и наших возможностей для ивента, чтобы максимально было удобно просто проводить мероприятие. То есть, в смысле, он приходит, организатор, например, идет какое-то мероприятие, не знаю, пресс-конференция, бизнес, он делает вот так,
включается телек, или как это происходит, без пульта? Бамс, вышли VR-очки на всех, как в самолете падает маска. Ну, есть некий управляющий такой пульт, где тоже можно будет что-то кнопочками нажимать, и будет какое-то совершаться действие, или ты сидишь, допустим, часто там какие проблемы бывают, что, да, вот свет нужно включить, выключить, и там быстренько нажимаешь, он выключается, или автоматически он распознает, нужно ли кондиционер включить или не нужно, там, показывает, где загрязнение, где кофемашина, если забилась. Ну, то есть, чтобы вот... Ой, главное, чтобы это все не затормозило, и электричество не выключилось. А вот это да, от этого уже... Мы скоро вернемся. Друзья, будьте со стороной FM. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна FM». Друзья, у нас в гостях наш эксперт Анастасия Громова. Такой инновационный ивент, что ли, у нас тема. Смотрите, скоро у вас появится площадка, как умный дом, мы это поняли, там буквально по щелчку все включается, но все так или иначе завязано на Wi-Fi, да, на интернете? Конечно. Под Новый год. Вот расскажите там какие-то истории. Ну, реально, случалось ли так, что, я не знаю, вырубили свет, не было электричества, пропал Wi-Fi? Вот что делать в таких случаях, когда все такое ответственное мероприятие, по большому счету, завязано на диджитал-технологиях? Ну, всегда же есть возможность ручного управления. Все-таки? Есть, ну, естественно, да. Никакого авто, да? Да, пилота. Да. Поэтому это не то, что все существует на Wi-Fi, и если он выключается, то у тебя все темно. И двери страшно. Закрыты и страшно. Нет. Это все дополнительные фишечки, которые... Но это будет центр Москвы. Это интернет-провайдер. Я думаю, он сделает все возможное, чтобы на его площадке все функционировало. Ну, вообще такое возможно, да? Вы понимаете, что, в принципе... Все возможно. И вырубиться. Все, даже все самое надежное всегда имеет тенденцию сломаться в самый непредвиденный момент. Это обидно. Да. Смотрите, что вообще еще сложного, вот, ну так скажем, в этом бизнесе? Вот мы поняли, что под VR реально сложно снимать там видео, да? Вот какие еще такие, ну вот, может быть, дорогие, но нужные такие вещи, которые сейчас будут производиться, есть на рынке? Ну, по факту, любое программирование, оно сложное, да? Mm-hmm. То есть, если ты делаешь ивент, делаешь программу, мобильное приложение, да, это все... А мобильное приложение прям пишется там под мероприятие конкретное? Конечно. Mm-hmm. Ну, есть какие-то открытые источники, ну, то есть, как коробочное решение, так можно это назвать, да, которое можно немножко переписать. То же самое, как сайт, да, там есть Wix или Tilda, да, ее, в принципе, любой может сделать себе интернет-страничку. Также есть и ну, человек, более который более-менее в этом сечет. Да. Может быть, сложные прописные программы. Слушайте, но все это у нас здесь, в России, да, то есть все это пишется, никуда обращаться за помощью за рубеж не нужно. Все да, у нас конечно, уже конечно, до не нужно. Уровня. Но, допустим, есть там сервисы, с чем сталкивается вообще каждый организатор, да, когда нужно организовать мероприятие. Там нужна площадка, нужно как-то созвать людей. Угу. Как созываются люди? Привлечь. Там, помимо да, привлечения аудитории, есть различные сервисы, как TimePad, допустим, да, где можно бесплатно разместить информацию об ивенте, собрать всех участников, всю информацию получить. И куча разных таких же сервисов международных, но они неудобные в России. То есть, неудобные, нет. То есть они там на английском языке, там каких-то фишечек туда нельзя добавить, то, что наши уже продумали. Поэтому на самом деле российские разработчики делают все гораздо лучше и... Что приятно. Да, что приятно, можно гордиться. Смотрите, вот вы уже начали рассказывать про новую площадку, которая будет. Что еще, вот какие там принципиально новые решения будут, ну, которыми можно поделиться? Ну, наша вообще основная идея, да, это в единое окно, когда клиент приходит, и ему не нужно продумывать о каких-то доп. Оборудовании, доп. Услугах. Он приходит, и весь сетап уже сделан, все уже учтено, и мы за него все продумали. Поэтому основные, в принципе, как мы видим, тенденции вот нашего бизнеса, ивент-площадок, задумать заранее все за клиента.
естественно, технологически вся она упакована, экраны, звук, чтобы это все было удобно, синхронизировалось, звук, показывалось. Звук, соответственно, тоже хороший. Ну, то есть, это же тоже важно. Конечно, конечно, это очень важно, но все равно нужно смотреть от задач площадок, да, мы там не площадка эстрадная, да, то есть у нас нельзя будет делать выступления, арт-концерты, да, то есть мы заняли свою нишу, бизнес, под бизнес-мероприятие, и под эти задачи мы полностью сетапим нашу площадку. Смотрите, ой, вы даже уже говорите, как сетапим, как настоящий диджитал-человек вот этим вот сленгом. Установить, друзья мои, я все-таки журналист. Оснащать. Да, мы скоро вернемся, вот есть еще интересные вопросы, и люди нам пишут. Друзья, 909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS, все озвучу чуть попозже, у нас рекламная пауза сейчас, будьте с нами. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». И на финал у нас, друзья, последний выход. Напомню, у нас в гостях сегодня Анастасия Громова, наш сегодня эвент-эксперт в инновационных технологиях. Уже был подобный мне вопрос, но все равно интересно. Все-таки для кого вот такие новые бизнес-мероприятия, где у тебя и VR-очки, и по хлопку умная гостиница, умный, и умный бизнес-зал, включается цвет, телек и так далее. Вот все-таки кто это целевая аудитория ваша? Ну, естественно, это молодое поколение. Я могу только судить по нашей аудитории, нашей текущей площадке. Наверное, средний возраст в районе 30 лет. Угу. И старше еще, да? И чуть-чуть старше, да. То есть, конечно же, есть мероприятия для взрослого поколения. Они пытаются подыграть и интересуются всевозможными тенденциями. Да, но если честно, им пока тяжело, вот, допустим, людям, которым, ну, не знаю, за 50, вот они, допустим, медики, пришли на эту конференцию медицинскую, ну, так или иначе. Вот сложно им в это все въехать? Вот чувствуете конечно, эту разницу, конечно, пропасть? Конечно, сложно, вот потому что если еще многие вещи заточены на телефон, иногда те же самые вот эти системы нетворкинга, общения, а люди неактивны, у многих там и такого полноценного смартфона нету, да, mm-hmm. и они не понимают, как этим пользоваться, для них это, наоборот, не помощь, да, это, наоборот, стресс еще сложнее, такое. Стресс, да, в этом разобраться. Поэтому, на самом деле, и не надо людей туда тянуть, кто хочет, тот интересуется, кто нет. Надо предлагать, в общем, два варианта, да? Да, ну, конечно, конечно, да, стандартные и какие-то новые. Но, тем не менее, все равно основная аудитория — это достаточно молодежь. Очень много сейчас различных предпринимателей, стартаперов, которые организуются, для них организуют какие-то гостиные, общение с менторами, все эти идеи по развитию. Ментор — это наставник. Ментор — это наставник, да, да, да. Видите, как внедрился вас уже диджитал язык. Не, я перевожу, все нормально. Это так, наверное, во всех сферах. Ну да. То есть все равно, в принципе, этим пользуются люди также из IT-сферы больше, да? Или не обязательно? Нет, не обязательно. У нас проводят мероприятия различные компании, не знаю, от банковской до, ну, от до бьюти. Ну, на самом деле, весь спектр секторов. Угу. Смотрите, какая ситуация вот с таким бизнесом за границей? Вот на каком отстаем мы от них или нет? Или мы идем в ногу со временем? Ну, то есть, и можем ли мы впоследствии тоже стать первыми, чтобы они за нами повторяли? Ну, так честно. Очень хочется, конечно, надеяться на это, но... Но пока все-таки нет, но да? Пока все-таки нет. Мы определенно идем в ногу. Вообще, ивент-бизнес, он нереально большой, он всегда будет востребован. Тут даже больше не ивент-бизнес, да, у вас, а, ну, такой умный ивент-бизнес. Ну, то есть он немножко другой, это все-таки технологическая технологический, такая история. Ну, технологии обязательно, вот как я уже сказала, мы сейчас еще помимо площадки у нас есть небольшой ивент-бизнес, и мы ездим по выставкам международным. И в Дубае мы были, в Германии. Ну, в следующем году очень много таких выездных мероприятий с клиентами. И смотрим, как там это все устроено. Очень много все на технологиях, на удобствах, вот все эти приложения, да, то есть мы в тренде. Когда вы будете осваивать искусственный интеллект,
вы тоже нам расскажете. О, да, это еще одна интересная Были мысли тема. Уже, да? Ну, нет, это сейчас просто трендовая. Это трендовая да. история, конечно. Да, 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 да. Слушайте, ну вот мы тоже говорили за кадром. Все-таки, с одной стороны, это классно, что все такое становится... Ну, по одному клику, да, да. да. Но с другой стороны, иногда, когда это все прекращается, конечно, становится грустно, потому что вот я вам рассказывала это эфиром, когда я забронировала машину в каршеринг, вот сейчас буквально несколько дней назад шла к ней, у меня на морозе разрядился телефон, и я просто не знала, что мне делать. Незнакомый район, машина забронирована, наверное, деньги снимаются. Посмотреть карту я не могу, навигатор включить не могу, такси вызвать не могу. И вот у меня фактически эти животные коллапс. Чувства да, возникли во мне, хотя это там не какой-то был край, это Москва, в конце-то концов, столица нашей Родины. Ну, в общем, зависимым, наверное, быть тоже от этого не стоит. Да, Анастасия, давайте, у нас остается буквально несколько минут, две минутки. Да, какое-то напутствие. Вы же все равно человек, который создал свой стартап, так или иначе. Это тоже стартап, почему нет, технологический бизнес, хоть и Верно, такой, да. да, услуг. Как решиться на все это дело? Как не бояться? Как стать такой решительной? Что нужно знать вот молодому человеку, который нас слушает, который тоже хочет что-то сделать свое, но боится? Напутствие. Не бояться, да? Самое... Все мы боимся. Всегда. Угу. И очень это ошибочное мнение, что вот он не боится, поэтому он это сделал. Угу. Только через страх можно и преодолевание этого страха, да, можно делать поступательно какие-то шаги. Поэтому обязательно просто слушать себя. Все-таки, делать, конечно, да. обязательно слушать себя, найти, если хочешь открыть свое дело, делать то, что вот тебя прям трогает. Да? Нельзя делать бизнес ради денег. Uh-huh. Мы делаем, я делаю свое дело ради вообще идеи. Да? И деньги здесь такой вторичный некий фактор уже. Не бояться и Но даже если ты боишься, просто имеется в виду делать. Да, ну не бояться и, да, и делать все равно, несмотря ни на что. И находить правильных партнеров, соратников. Методом проб и ошибок, наверное, все-таки. Мы все методом да? проб и ошибок. Не надо их тоже бояться, этих ошибок. Не надо этих бояться, да. И может не получиться раз, может не получиться два, и там на десятый раз получится. А если конкурентов много, как быть? Конкуренты только наоборот себя заряжают, да, с конкурентами можно тоже дружить, с конкурентами можно партнериться, либо сравнивать, но на конкурентной среде больше и лучше рождается идей. И что новое. И что-то новое. Спасибо да. вам большое. Я хочу вам сказать тоже большое спасибо. Желаю вам в новом году роста. И очень приятно, когда вот такие девушки, бизнесмены, в частности, вот эту истину нам вкладывают, что все-таки сначала качественное и любимое дело, да, а уже потом, ну, так скажем, заработок и навар. Он по-любому просто придет, если ты делаешь что-то хорошее, и оно взаимосвязано. Мы верим тоже. Друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях была сооснователь площадки Newsroom, такой весь инновационный, посмотрите. Анастасия Громова. Настя, спасибо большое. Увидимся, спасибо. Услышимся. Скоро вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна-ФМ».